вот сюда вот. Первое. Контрагайка, точнее шплинт есть, ничего не отвернуто, все хорошо. Подшипники все. Друзья, всем привет. 19 марта. Или даже, может быть, 20. Сейчас посмотрим. 19. Так, вот она, шестерня задней передачки и первый. Вот сюда вот работает задняя, а вот сюда вот первая. Подшипники на валу целые, шата ломиком, на всех валах целые. А, причину, в принципе, выявил, стук, это шестерня. Первой и задней передачи. Но для уверенности, валы тут не болтаются, для уверенности нужно проверить гайку, контрагайку вторичного вала, которая внутри уже со стороны заднего моста. Ее проверить и состояние заднего моста. Раз уж все сняли, в принципе, каких тут десятка два болтов отвернуть не составит проблем. Но быть уверенным, что именно только эта шестерня, а не подшипники в дифференциале, тормоза и тому подобные вещи. Проверить состояние всех узлов в заднем мосту. И, короче, со спокойной душой можно собирать задний мост, крышку, и начинать ремонт, демонтаж вала первой и задней передачи. Так, ну все, что можно было для того, что здесь мешалось, в принципе, я отвернул. Только остается у меня одно сомнение и один вопрос. Это нужно ли отворачивать вот эти вот четыре болта крепления уха гидроцилиндра. Чтобы не думать и не гадать, нужно, короче, открыть каталог сборочных единиц, и все будет нормально.
и посмотреть. Каталог есть всегда с собой в телефоне. Вот этот вот кронштейн хомут верну и посмотрю. Но вероятнее всего, что эти болты привернуты к корпусу заднего моста, потому что они очень большие, и нагрузка здесь на это ухо, на этот кронштейн тоже большая. Закончил. Короче, шестерня, первые задние передачи, сильно изношенная, вал выдергивать этот только назад, соответственно, отворачивать коробку нужно будет от заднего моста. Все это я буду делать завтра. Что касается заднего моста, все проверил. Все подшипники целые, все нормально, требует только замены масла. Вот. И сателлиты здесь хорошие. Дифференциал, конечно, здесь игрушечный по сравнению с двадцаткой. Гайка тоже завернутая нормально. Контрагайка, точнее шплинт есть, ничего не отвернуто, все хорошо. Подшипники все нормальные. Значит, завтра рублю прокладку и закрываю задний мост. Задний мост будет готов к работе. Останется вытащить вал, купить шестерню и поставить. Думаю, к концу недели, хотя до четверга у меня осталось 2 дня, за 2 дня нет, не успею собрать. А потом у меня пятницу я уезжаю, субботу, воскресенье тоже уезжаю. До середины следующей недели должен 82-ка выйти у меня с гаража. А там посмотрим. Ну вот так вот. Все, короче, сейчас протираю маленько и отправляемся домой. Вот такие вот дела. Был стук задней передачи. Шестерни. Задний и первый. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Прокомментируйте. Ну и будем с вами завтра потихонечку раскатывать. Так что надолго не прощаемся. Давайте, ребят, до скорых встреч.